Трагических событиях, которые произошли, сложно очень, конечно, работать с мыслью того, что люди были убиты, семьи были оставлены без отцов, без детей. Мы очень соболезнуем всем погибшим и пострадавшим, и я не знаю, как можно вообще быть такими зверьми, стрелять, убивать. Давайте минуту молчания вспомним и дань уважения семьям отдадим.
Не прогнуть, и мы будем бороться до конца, все вместе, и обязательно победим. Без разницы, толпа на толпу, один на один, без разницы. We'll be right back.
сейчас настало время для очень хорошего человека, хорошего вокалиста, которого мы пригласим на эту сцену. А он уже даже здесь. Встречайте, Григорий Стрелков! Привет, ребят, как ваше настроение? Будем жечь! Ну что, ребят, споем дьявольский зной для вас! Пусть это будет. Славный небо. Пусть.
сейчас немножко лирики, да, немножко поболеем. Вы угадали. Yeah.
Спасибо! Сейчас на сцену еще одного нашего друга приглашаем с удовольствием. Это, встречайте, Андрей Кустарев! Берем! Oh!
И я представляю вашему вниманию еще одного друга и гостя нашей программы. Встречайте! Андрей Кустарев уходит, а приходит к нам Сергей! Сергеев! Я сегодня работаю на этом крае. На переднем. Можно сюда? Сережа, дай вставать. А можно чуть-чуть прибрать здесь. Хау! Ну, кроме шнурка, да. Поехали! Лети! На свет! Твой глаза, лети на свет, и сотри
Спасибо. Группа «Артерия». Еще одно? Еще по одной. Ты знал, ты знал. Тогда очко снимается. Все настройки прошли, да? Хорошо? Да так сыграем. Дорога. Без. Свет в одиноких душ озаряет ночь и уходит прочь. Нет, так не может быть, ты ушла навсегда. Далеко теперь холод вечной тьмы бережет твой сон. Я все разрушил сам, я наказан сполна. Страх, одиночество разрывает мне шумом лав. Небо
Спасибо, спасибо, Артерия. Спасибо, зал. Знаю, что там за песня. Вы сегодня с нами поддержали не только нас, но и всех тех людей, которые пострадали.
их семьи. Низкий поклон от всей души. Как всегда, сегодня в зале самые сильные.
Что-то гудит на сцене. И следующая композиция не исполнялась. Никогда. А, ну вот, даже так. Да, вот Сергей подсказывает, что сегодня впервые. А вы, кстати, знаете, что это Сергей? Сегодня исполняется эта песня, композиция впервые. Но вы ее знаете. Немножко, как это сказать, реконструировано, так что ли? Интерпретировано. Вы все слышали? Спасибо! Парень, готов? Заинтриговали! Можно, да? Серега лучший! Андрей! Кто знает, поем вместе. Мы
бою одни кресты, и воин без веры доказано. Thank you.
звали? Вдали на дорогу ждет, в край трав меня.
свернет, по дороге понесет, на предельный даль вперед. Дадим очень еще хорошего
нашего друга, хорошего человека, очень хорошего гостя. Я думаю, что вы все его тоже очень, очень сильно и долго ждали. И вот сейчас он будет здесь стоять и... Алексей Булгаков! Встречайте! Только вперед!
оставил день в темной пустоте. Давайте, пока он подключается, его представляем. Мы с вами немножечко попоем, потому что следующую песню мы поем все вместе. Вы поете вместе с нами. Давайте. Ребят, ну вы вообще просто супер. Спасибо, ребят. Ну, ребят, следующая песня про то, что нужно уходить красиво, когда тебя совсем никто не ждет, в квартал красных фонарей, называется «Грязь». Поем все вместе! Эй, 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 эй!
сердце в мороз, глаза в пожар. Я буду тут, что выше всех. Следующую песню. И Юрий Галицкий еще сегодня с нами здесь пел. Ребята! Ваши аплодисменты! Юрий Галицкий, ребята! Прежде чем мы начнем петь следующую песню, хотелось бы сказать пару слов. Давайте для каждого из нас, здесь присутствующих в зале, я думаю, эта песня имеет особое легендарное значение. Мы споем ее вместе. Песня называется «Потерянный рай». Thank you.
стены. Дыхание у спящих он умеет похищать. Бояться не надо, душа моя будет рядом. Твои сновидения до рассвета охранять. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай, под пение дождя. Далеко, там, где не кончается край.
представить вам всех участников этой замечательной группы «Артерия». Я думаю, что мало кто знает, кто здесь на чем играет, кто чего здесь делает. Всех мы знаем! Но подожди, ты еще пока не знаешь. Сейчас объявлю, тогда узнаешь. Начнем мы с нашего супер-барабанщика Игорь Черевко! А он, правда, иногда кидается палочками. Очень сильная поддержка нашему барабанщику – это наш бас-гитарист Александр Гачаров! Следующий участник нашей группы в группе совсем недавно, ну, в принципе, как и я, это... Вот они сейчас врут все, на самом деле, мы его стащили... Павел Хайдуков! Гитара! Мы его стащили из группы «Руки вверх», это Сергей Жуков, на самом деле, да. На самом деле, его главный заработок – это... вокалировать в группе «Руки вверх». Здесь он зарабатывает... Да, здесь только по фану, ребят. Все для вас! Да. И совершенно малоизвестный человек. Маленький человек этой группы. Не влияющий ни на что в ней. Да. Как же его зовут-то? Гитарист! И легендарный человек российской рок-метал-сцены Сергей Терентьев! Ловите его! И... И наш вокалист, неподражаемый, неповторимый Андрей Козлов! Он говорит, какой же у меня противный голос. И сейчас на сцену выйдут наши друзья. Ну, как-то спецгости тоже красиво, но это наши друзья. Это Гриша Стрелков, Андрей Кустарев, Андрюха, выходи, Сергей Сергеев, Юрий Гальский, правильно? Я извиняюсь, если что-то неправильно сказал. Алексей уже уехал. Да. Сейчас будет дрожать сцена, а я думаю, что нехило будет дрожать зал от самих же себя. Сейчас будут, дорогие друзья, физические упражнения из тех, кому до 30. Но я думаю, что все из нас, из вас справятся, ребят. Я думаю, вы все знаете эту сцену движения. Мы сейчас все будем дружно прыгать вертикально вверх. Ну, готовы физические упражнения производить? Сергей, если что, я тебе дам микрофон. Выше, ребята, выше, ручки! Контролируем дыхание, выше!
Ребята, не расходитесь, давайте...